Всем привет! Вы на канале «Готовим с Оксаной Пашко». Сегодня приготовим сразу два варианта очень вкусных и необычных бутербродов. Такие бутерброды всегда выручают в приготовлении праздничного новогоднего стола. Первыми приготовим бутерброды елочки. Они красивые, необычные и готовятся несложно. Берем тостерный хлеб и вырезаем из него треугольник, срезая углы. Подготовленный хлеб смазываем плавленным сыром. Вместо плавленного сыра можно использовать творожный сыр, икорную намазку или паштет. Небольшой огурец разрезаем пополам. Половинку огурца нарезаем пластинками. Полукружочки нарезаем максимально тонко, чтобы было удобно складывать елочку. На хлеб, смазанный сыром, выкладываем полукружочки огурца, имитируя веточки елки. Чтобы выложить верхнюю часть елочки, полукружочки разрезаем на четвертинки. Бутерброд елочку украшаем красными икринками. Таким методом готовим все бутерброды. Бутерброды елочки получились красивыми и по-новогоднему нарядными. Готовятся несложно и достаточно быстро. Они отлично украсят праздничный стол. Вторыми приготовим бутерброды «Восторг». Они оригинальные, необычные и очень вкусные. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Нарезанный батон кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим ломтики хлеба с одной стороны до красивой румяной корочки. И снимаем с огня. Когда гренки остынут, натираем их зубчиком чеснока. Готовим начинку. Берем одно спелое авокадо и отсоединяем его от шкурки с помощью столовой ложки. Авокадо нарезаем небольшими кубиками. Нарезанное авокадо перекладываем в мисочку. Поливаем его лимонным соком и перемешиваем. Это делается для того, чтобы авокадо не темнело. Печень трески тоже нарезаем небольшими кубиками. Я взяла баночку печени трески весом 120 грамм. Нарезанную печень трески кладем к авокадо и перемешиваем. Вареную свеклу нарезаем пластинками. На гренку кладем один кружочек свеклы. Нарезаем его полосками. По желанию свеклу можно натереть на мелкой терке и выложить на гренку. Сверху на свеклу выкладываем смесь печени трески и авокадо. Этого количества начинки мне хватило на 10 бутербродов. Бутерброды украшаем веточками укропа. Сверху кладем ягодку клюквы. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды «Восторг» получились очень вкусными и сытными. Нежная печень трески, хрустящие пикантные гренки и авокадо никого не оставят равнодушными. Приготовьте такие бутерброды, это необычно и очень вкусно. Если вам понравились такие рецепты бутербродов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.